Во Всероссийском детском центре «Смена» прошло занятие «Поиск идей проектов. Исследование потребностей целевой аудитории. Вордсайт от программы с уверенностью в будущее». Мальчишки и девчонки пробовали себя в роли абитуриентов стартап-колледжа, в котором есть 4 факультета – медиа, общение, бизнес и творчество. Я возглавляю факультет творчества, и этот факультет, он про разные творческие профессии. Здесь мы говорим про артистов, здесь мы говорим про певцов, здесь мы говорим про художников. То есть все ребята ко мне придут, у которых есть какие-то творческие способности. Они креативщики, они любят писать сценарии, придумывать какие-то новые идеи. И это очень классно, потому что мы как раз будем создавать с ними проект, творческий проект. Скорее всего, он будет связан с выступлением на сцене, например. И задача ребят распределить так роли в команде, чтобы создать классный творческий проект на любую тему, связанную с творческими профессиями. Перед занятием ребята с легкостью решили задание, после которого и разделились на факультеты. Теперь каждый из них может выступить в роли рекламиста, коммуникатора, креативщика и организатора. Каждый день теперь знаковый, ведь сменовцы стартап-колледжа борются за звание студент дня. Участники программы «С уверенностью в будущее» в смене готовы к новым вершинам. Я попала на факультет медиа, я хочу научиться чему-то новому. Я увлекаюсь фото, также мне нравится блогинг, и меня научат, как правильно вести свой Инстаграм. Я также попал в факультет медиа, я хочу научиться вести свой блог. Меня обещали обучить, чтобы я хорошо выкладывал видео ВКонтакте, посты, репостил. Медиа в 21 веке это все,